Сегодня ни одно крупное спортивное событие в мире не обходится без участия волонтеров. Олимпиада, мировые чемпионаты и, разумеется, Универсиада. Везде вы встретите сотни и тысячи веселых и позитивных молодых людей, всегда готовых помочь. Для проведения 27-й Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани планируется привлечь более 20 тысяч волонтеров, которыми станут ребята из России и различных стран мира. 20 сентября 2011 года стартовала заявочная кампания по отбору волонтеров «Make it Real». Свое желание поработать на играх заявило уже 18 тысяч человек, в том числе активисты Ассоциации иностранных студентов Казани, которые представляют 47 стран мира и готовы встречать своих земляков в качестве волонтеров-атташе. Исполнительная дирекция «Казань-2013» развернула масштабную кампанию по подбору ответственных, коммуникабельных, ярких и интересных людей, умеющих работать в команде и желающих стать частью спортивной истории Казани. 29 февраля 2012 года в Казани прошел Всероссийский студенческий форум волонтеров «500 дней до Универсиады 2013. Мы готовы!». Форум собрал 9 тысяч волонтеров из ведущих университетов России, муниципальных образований Республики Татарстан, университетов и колледжей города Казани. Основным лозунгом форума стала фраза «We are ready» – «Мы готовы!». А ключевым событием мероприятия стало поздравление волонтеров министром спорта, туризма и молодежной политики России Виталия Мутко, президента Республики Татарстан Рустама Миниханова, мэра города Казани Ильсура Метшина. Всем залом произнесенной клятвы волонтеров «Казань-2013» и зажжение символичного огня волонтерских сердец, переданного волонтерами китайского Шэньчжэня. В феврале-марте был запущен специальный молодежный проект «Команда-2013» среди студентов колледжей и школ города Казани. Это творческий конкурс, направленный на популяризацию волонтерской деятельности среди молодежи города Казани и Республики Татарстан. За время проведения конкурса в школах Казани появились информационные стенды об Универсиаде. Отснято более 200 мотивирующих видеороликов. Мы, волонтеры 2013, присоединяйся! Подготовлено более 200 презентаций стран-участниц и всех видов спорта, по которым пройдут соревнования. Разработаны десятки туристических и экскурсионных маршрутов по исторической и культурной части Казани на английском, французском, немецком и других языках мира. В конкурсе приняло участие 165 школ, 52 учреждения дополнительного образования и 23 колледжа города Казани. Общий охват участников составил около 5000 человек. Лучшим школам и колледжам присвоен статус Центра подготовки городских волонтеров, где начата подготовка и отбор молодых людей, которые станут лицом Казани и будут ежедневно создавать атмосферу праздника и гостеприимства. В марте-апреле текущего года совместно с вузами-партнерами Универсиады 2013 состоялся всероссийский конкурс на знание иностранных языков «Полиглот-2013». Конкурс прошел в 16 регионах России и привлек к участию тысячи студентов, владеющих несколькими иностранными языками. По итогам региональных туров финалистами конкурса стали 350 студентов из Казани и других городов России. Победители конкурса получили право стать волонтерами Универсиады 2013 в таких престижных направлениях, как атташе и лингвистические услуги. Наряду с полиглотами исполнительная дирекция «Казань-2013» сформировала команду волонтеров для работы в наградной группе Всемирных студенческих игр. Конкурс «Лица Универсиады 2013» объединил самых красивых и творчески одаренных студентов из университетов России. Победители конкурса станут участниками самых волнительных и радостных событий Универсиады. Именно им предстоит нести знамена национальных сборных и награждать медалями триумфаторов Всемирных студенческих игр 2013. Этих юношей и девушек увидит весь мир. Под прицелы всех фото и видеокамер попадут и другие волонтеры, участники лучших студенческих черлидинговых команд. По итогам Всероссийского фестиваля по черлидингу они получили право стать волонтерами Универсиады по направлению сопровождения спортивных мероприятий. Они уже сегодня готовы поразить зрителей и телеаудиторию Универсиады чудесами акробатики и хореографии, поддержать спортсменов и создать потрясающую атмосферу спортивного праздника.
В течение весны в рамках творческих фестивалей и культурной универсиады студенческие коллективы университетов Казани и России презентовали творческие программы под названием «Добро пожаловать в Россию» – «Welcome to Kazan», лучшие из которых будут показаны в деревне Универсиады и культурном парке во время проведения игр. Задолго до старта игр в Казани дирекция Универсиады сформировала команду волонтеров-специалистов по основным направлениям. Волонтеры «Казань-2013» — команда, которая сделает игры в Казани незабываемым событием в истории России и Республики Татарстан. Добро пожаловать в команду «2013».